1 ноября отмечается День судебного пристава. Исполняющая обязанности главы района Елена Бегунович посетила в этот день отдел судебных приставов по Курагинскому району, где вручила особо отличившимся почетные грамоты и благодарности главы района. Позвольте мне от себя лично, от имени главы Курагинского района Владимира Валентиновича Дудченко, от имени районного совета депутатов в лице председателя Любовь Анатольевны Заспа, поздравить весь ваш коллектив с замечательным праздником. Этот благодарственный адрес я вручаю вашему незаменимому руководителю Марине Анатольевне. Это вам, чистый вам, хорошо поздравляю. В отделе судебных приставов по Курагинскому району, которым много лет руководит Марина Бублик, сегодня работают 35 человек. Это не только мужчины, но и женщины. Под знакомыми для всех словами «судебные приставы» подразумеваются люди разных должностей. Судебные приставы-исполнители, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, дознаватели и специалисты. Работу всех этих людей простой не назовешь, ведь в обязанности приставов входит, например, доставка в суд граждан, которые не хотят делать этого добровольно, арест имущества должников или выдворение за пределы страны, проживающих в России нелегально. При всех сложностях службы есть в отделе люди, которые работают здесь по много лет. Сергей Гришин, Константин Симонов, Лариса Савельева, Лена Касимова, Оксана Ашарова. А пятеро из сотрудников награждены медалями за службу. Руководитель отдела Марина Бублик, Николай Морозов, Александр Попов, Сергей Данилин, Александр Орешин. Работающие в Курагинском отделе судебных приставов люди стараются выполнять возложенные на них обязанности. И для этого они постоянно совершенствуются, изучают законодательную базу, те, кому это необходимо, уровень физической и огневой подготовки и подтверждают свою квалификацию. Непростая работа по выполнению решений суда, а значит, побуждению всех граждан соблюдать законы, выполняется ими со всей ответственностью.